Сотрудниками Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел России совместно с УФСБ России по городу Москве и Московской области и при силовой поддержке бойцов ОМОНа Росгвардии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было задержано 159 иностранных граждан, работавших на швейном производстве в Московской области. Было установлено, что задержанные нелегально находились в России и длительное время шили одежду с логотипами известных брендов на профессиональном швейном оборудовании. Изъята готовая продукция на сумму около 8 миллионов рублей и 120 единиц швейной техники. Задержанные привлечены к административной ответственности за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации, а также по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». В настоящее время на основании представленных материалов следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении организаторов этого производства.